А ты знаешь, что смех продлевает жизнь? Конечно, знаю. Считается, что 5 минут смеха могут заменить 40 минут отдыха. Тогда сегодня мы сможем и отдохнуть, и посмеяться. С вами передача «Дети в городе», и мы отправляемся в цирк на смехотерапию. Чего же мы ждем? Пойдем скорее! Терапия – это не просто цирковое представление. Это настоящее шоу, где вы попадаете на прием к доктору смеха, который быстро поднимет вам настроение. И прием идет не просто доктор, а заслуженный артист Украины Константин Герасименко. Посетителей представления ожидало много интересных сюрпризов. Веселые клоуны, акробаты на роликах, захватывающий воздушный полет под куполом цирка и, конечно же, смешные обезьянки и забавные собачки. Ты знал, что маленькие дети до 6 лет улыбаются и смеются более 300 раз в день, а взрослые всего 15? Вот у кого нам стоит подучиться радоваться каждой мелочи жизни. Пойдем как раз и расспросим маленьких зрителей о их впечатлениях. Вам понравилось представление? Что больше всего рассмешило? Да, мне понравилось, особенно клоуны. Мне понравилось все представление, но больше всего клоуны. Мне очень понравились клоуны и пони. Мне понравился клоун и лошадка, и еще клоун еще, и шарики. Работа с животными – это большая ответственность. Мы в ответе за тех, кого приручили. Как вы заботитесь о своих животных? Прежде всего, животных очень хорошо кормят, потому что рацион расписан разными институтами, научно, и им дают все и витамины, и то, что положено, и даже больше того, что какие у них возникают потребности. А потом животные являются партнерами своих старших товарищей, людей. Мне очень понравилось представление. Клоуны, акробаты, милые зверюшки. Насмеялась на неделю вперед. Эй, вообще меня слушаешь? Ой, прости, я просто задумалась, что смех продлевает жизнь. И что? Вот и посчитывала, насколько я сегодня помолодела. С вами была передача «Дети в городе» и ее ведущие Вика и Лера. Смейтесь, улыбайтесь, радуйтесь жизни вместе с нами.